будет. Я чуть приоденусь, буду им танчить. Ага, чуть-чуть, блядь, кату нахуй. Пятый атли, блядь. Четвертый. Ага. Сумонься нахали. Сейчас, сейчас. Колбу куплю. Суманулся. А лок-то есть, чтоб суманулся? Или ты примешь? Нету лок. Ты суман примешь? Да. Ну, я тут. Сюда. Я бы ик тоже сходил, но вот у меня на вара КД я там пацанов кинул. Пукан сгорел, короче, в десятку. Так я как, когда мы закрыли на фул? Мы ж добрали. Ну, мы разошлись, да хер тебе. Не, я ничего против не имею. Кстати, реально, Войд, если для бабла можешь вык собирать чисто бой и анрол, и типа будут люди идти, ну, с пугами там, если на стюнках. Когда-то про нас делаем. Я в воскресенье собой. Десятки обычно. Ну смотри, воскресенье, суббота на сколько? 3 часа. Не, ну то завтра меня точно не будет. Ну хотя в ДД, думаю, проблема найти. Думаю, может. Сегодня первое, да? До 4 числа меня не будет, возможно, 5 также. Ну, завтра 25 обычка, да? Угу. Можно на воскресенье ставить. На 5 часов, ну, даже меньше. На 4 минуты. Да вторую эти десятую, сука, на ретрика, блядь. Хотя вот спросили, Пал, ты чё раздаёшь? Я раздаю каски. Людей то понятно, а по делу? Так, напиши. Слушай, а как ты так раздаешь каски, что вон сова без ушанки ходит? Так я еще никому не раздавал. А, то есть главное сказать, что я раздаю, а раздать то не надо. Нахуй надо, блядь. Раздавай. Слушайте, скажите, там есть же какой-то макрос, чтобы одного человека из хила убрать? В смысле убрать? Ну, в исключение добавить хил боди, чтобы он не отображался. Ты можешь добавить. Воскресенье. Можешь убрать или не отображались. Можешь убрать первые, трое, третий, четвертый, пятый. Ну, отлично. Хорошо. Почему, блядь, тут не сделали рейди на 40 человек, да, блядь? Тебе, блядь, 25 не можешь научить. Ты хочу 40. А сейчас, подожди, сейчас лето начнется. Сейчас ты вообще никого не нарисуешь. Десятку у меня будешь собирать. Собрали без, сука, сандал, блядь, 45 тел нахуй. Это же, блядь, за 40 телами надо следить, нахуй, это пизда, блядь. Надо бы, вот, не просто матюкался тихо, еще бы, блядь, орал бы, блядь, 40 человек. Не, ну это надо понимать, что в топовый гильдер там нормально хуесосят. Либо там люди изначально тебя берут и вагонят в костях хороший, либо там тебя хуесосят до тех пор, пока ты, блядь, ну не вызубришь все, не будешь делать четко. Тогда ты будешь в топовый гильдер. Это всегда вот так. Там... Я на сервере играл от ACK, потом Балора назывался. 2000 или 3000 онлайна было. Вот там такой рейл был, он хуесосил. Чем жестко. Ну понимаешь, это тоже по делу. Он же не будет просто говорить, ты там дурак, киллер там и так далее. Ну, по делу говорит, ты там лужу разлил, вот не вынес на лане эту лужу и стричь, не сдохло, не 10 миликов сдохло. Так там пиздец, там матовый гор будет. Ну. Так и было, а чё? У нас РЛ был каноп, с которым я в 14 году первый раз в августе мы убили лича 25 гер. Есть видео даже, кому интересно, буду скинуть. Но старенькое, там ДЦшка снимал. Вот, как он РЛил. Вот, ну там еще он РЛил, еще мало матов было. Там вообще пиздец, как он РЛил. Ну короче, какой-то этот тип говорит, мне говорит в школу завтра. А тот, ну, у него пукан всегда говорит, он говорит, надо в школу, пизду, сука, мой ноги ложись спать, долбоёб. Вот в таком ключе, короче. Ну, да, у нас там тип статики был, который с Дальнего Востока, то есть у нас 11, ну, там 5 часов утра. Сейчас он идет ману нахуй. 6 часов где-то на коммы. А леди мы тогда трали 25 хм, с контролями не справлялись. Она говорит, дайте поспать, он говорит, сука, сиди, блядь. Приставал, дай.
помню, как они в циркуле, блядь, пофиксили нахуй МК, блядь. Не фиксанули, а ну да, фиксанули на леди, нахуй. Когда, блядь, пуги не могли просто убивать леди, потому что, блядь, в контроле нахуй всех убивали, блядь. Не умели, сука, контролить нормально. Там только совы идеально контролируют. Ну да. Не, у нас... Все, пуляем. На леди были проблемы именно трэш залить. Тогда самый гениальный тактик, который я услышал в жизни, там предложения поступали, тут тип говорит, я понял, говорит, ребята, нам просто надо убить их раньше, чем они нас. Надо было ретрика делать мейном, сука, что-то протупил нас. Зря тут вары один хер, тут только серые маги. Да, ну дохуя варов, блядь, ссылка 10. Обычку нахуй. Он находил, блин, с варом джокеров. 20 тысяч, блядь. Магов я мало обычки, на этом серве нахуй. Ну есть тут тоже нормальные. Видел дохуя донатных, блядь, у ёбков, на. Нет, там нормально. То есть они тут все в аркане почти бегают. Сейчас гад. Похрена не пойму. Через 24 нахуй. Давай я на больших, на маленьких тебе чё. Пиздец. Слушай, маги ши так посадят. У нас вроде по РДД нормально. Давай герма третья отойди. Ну похуй, давай. Там Рога Хант напиши. Рога. Что он удержит? Я. Войт. Лавентифер. Большой. Милики отошли. Большой живет долго, блять. Большой вышел, чё они? Не, помогает большим. Сорок 2%. Что спустится? Теперь. Третья фаза. Нахуй тут был нужен второй танк, я вообще не знаю. Так что я говорил в одном. Я знаю для чего, чтобы на Вайда вешать, короче, это, блядь. Щитом, нахуй. Чё ты так мало хп, нахуй? У меня? Да. 60 тысяч, нормально. Было 60, нахуй, минимум, блядь, не ебёт. Ша, нахуй, за анролем, блядь, чё там? Ты ржёшь, а вдруг маунт упадёт? Да. Как будто для дирел кидал она. Где? Где Мишна? И смотри, вот же 5к ДПС отдает даже, блядь. По-любому, сука, бомбу раскидал через мелких, блядь. Все ВП есть, чё? Блядь, дракончиков, а не нихуя. Почему 25-ки так не можно было сделать-то? А вы с пугами, да, ходили? Ну, не дил рейд через пуга, блядь. Чего царство не мало. На, Шансунг, раз, нахуй. На, блядь. Ой. Так он у нас вар, Войт, нахуй. Спасибо, блин. Так взял бы себе... А, какой тебя, я сам раздизю. Чё это такой добренький? Мне тут просто диза нету, ты думаешь, я бы тебе отдал хуй-то, блядь? Сука. Надисно. Давай. Сука, жалко, давай-ка.